Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дарканомании, и мой код дружбы 5B0F59. Добавляйтесь и пишите свои коды дружбы в комментариях, чтобы вас могли добавить другие друзья. Нас уже довольно много, 1384, ха-ха, а максимум за 15 первых друзей дается, ребятки, при 100 кристальчиков, 100 алмазиков. Так, давайте, что тут у нас происходит, почему у нас, ну, по клану там было 7 дней, еще осталось 4. Пока что здесь без изменений. Так, по поводу того, кого мы где выводим. Так, кубика я уже вывел. Это супер. Так, как вывести дракона сосульку? Так, если кто не знает, то, например, комбинация вот вода плюс ржавчина. Это у меня уже, наверное, пятая комбинация, может быть, даже больше. Шипы. Вывелся дракон шипы, да? Давайте делаем вот так. 2 часа. Ну, какая-то ерунда, но нам, в принципе, тоже сойдет. Нам нужно зарабатывать очки для нашей акции. Вот это вот корица и лед. Идет такая вот акция. И она печальная. Чем она печальная, ребятки? Ну, потому что здесь нужны такие драконы, которых у меня нет. Вот, например, вот сюда, смотрите. Земля, вода и зелень. То есть у меня вообще-то есть драконы только зелени. И то, как бы, остался одна осень, получается, и все. Реально. Мне нечем сражаться, то есть мне, ребята, приходится ходить в обход. И вот здесь та же самая ситуация. Вот такая вот фигня. У меня никого нет, я вот хотел бы вот воду и камень, но пока что вот не пойму, кого бы мне туда взять и прокачать. Так что, ну точно я вот это все не соберу, дай боже, чтобы дойти нам до корицы, это все дело собрать, но, ну на самом деле даже оно не надо, здесь нет награды эпические, вообще ненужные драконы, вот корица, ну 64 силы атаки, вот этот снежный шар 66, как бы, ну фигня нафиг, а не надо никакой не легендарный, понимаю, когда тут была божественная акция, надо было рвать жопу, чтобы выполнить это все, а так, здесь, ну, не знаю, я особо тужиться по поводу этой акции точно не буду. Так, делаем вот так, мультипосадочка и чего-нибудь там на 2 часика. Пусть себе там растет. Так, а мы сейчас найдем, где-то у меня здесь какой-то дракончик. Вот, кстати, вот. У нас есть... нет, не ты. Во, у нас есть дракон, школьный автобус. И вот этот вот дракон мне что-то очень его как-то напоминает сильно. Дракон-кубик. Я, кстати, сегодня тоже складывал уже кубик Рубика раза 3. Как бы так, вспоминаю, запоминаю, как складывать кубик Рубика. Раньше я его мог складывать по памяти. Сейчас пока приходится по шпаргалке, ребятки, складывать. Кто умеет складывать кубик Рубик, ставим лайкосик. Кстати, дракона зовут Саш. Саш! Саша! Дракон Саша. Давайте его переименуем. Надо же исправить. Это у нас дракон Саша. Саша. Вообще-то, я знаете, как его назвать можно будет? Червячок Джим. Есть такой персонаж. Очень старая игра. Ой, ты продать. Блин, рука тянется. Фиг знает куда, ребята. Можно такие делов натворить. Горе. Так, ну давайте я его сильно сейчас кормить не буду. Увидим только его более прокачанную форму, потому что у нас по акции нужно кормить драконов. Я его потом уже докормлю. Так, ну кого он мне напоминает? Напоминает вот этот вот резиновый шарик такой длинный, который взяли и надули. Либо какую-то там детскую игрушку. Вот такой вот у нас дракончик. Ну, стихии, кстати, вот такие вот стихии. Вода и зелень. Можно бы и взять. Так, а я хочу посмотреть, а кого же мне, блин, прокачать бы, ребятки? Кого бы так качнуть? Колдовать. Стихия зелень. Вот у меня да, листик. Блин, ну ни черта не видно. Мороженка? Айси. Это дракон мороженка получается. У него как раз вот такие две стихии нужны нам. Блин. Осень, осень, осень.
Так, вот я тут что-то задумался. Здесь только эпики, вообще никого нет. Ну и по воде тем более никого нет, одни эпики. Так. Так. Так, а ну стоять. Зелень. Айси. Блин, без иконок вообще, ну как-то не по феншую. Без иконок. Давайте сейчас мы его найдем вот так. Водичка по редкости. Так, а кого это у меня два? У меня олень, кстати. А олень-то, он неплохой. А какие у нас стихии у оленя? А, вот мороженка наша. Атака 73. У нашего мороженка, да? У оленя 72. У оленя 72, а еще... Так, ладно, давай просто по редкости легендарные. Блин, как же это все печально. У факела 78, да, конечно, атака. Чаровница 75. И железное пламя тоже 75. Ну да, 72, конечно, слабенько. Вот так вот. Вот так вот, короче, я до сих пор не знаю, ребята, кого нам бы качать, кого не качать. Не туда, не туда. Вот сюда. О, кстати, давайте проверим, что у нас тут наши ученики. Кто-то из них вообще что-то выполнил? Соберите золото 3 дня назад. Убрать. Ленивый ученик. Был вчера. Приласкать драконов. Не сделал. Убрать. До свидания. И ты. Дарина. 2 дня назад. Ничего не сделала за 2 дня. Хотя нет. Повышайте уровень дракона. 3 из 5. Ладно, таки быть, живи. Живи, Дарина. Вот так вот. Так, ну что мы с вами сделаем? Давайте заглянем в колдовскую лигу. У меня здесь сколько? 780 очочков. Вот сразу же нам попался достойный противник. Дракон-ассасин. Вот так. Так, давайте нападем. Так, коральчики всякие, там подсолнух и цветочки, всех мы перерабатываем. Без проблем. Так. Так, как вы могли заметить, у меня сейчас уже 125 миллиончиков. Потихонечку собираем. Да, тут сколько там нам нужно? 200. Ровно 200, да? Ровно 200. Но как бы через неделечку уже прикупим этот остров. Но вообще тут хоть на этом острове хоть что-то есть. О, вот есть место для жилища, хоть одно. Вот сюда ничего не влезет. Блин, вот эту байду убрать будет 20 миллионов. Ё-моё, вот еще есть место. 2 места, да? За 200 миллионов купим 2 места под жилье. Так, что мы тут выполнили? Ать. Готово. Отправьте друзьям подарки. Это, конечно, всегда. Всегда, пожалуйста.
Там. Отлично. Так, немножко отправили подарков. Снова не туда. Вот сюда. Так, приласкайте драконов и 5 бит в темнице. Ну, тоже, в принципе, все легко, без проблем выполняется. Так. А мы давайте посмотрим, где мы тут болтаемся. Что у нас здесь? 63 уровень. Это то, что нам сейчас быстро легко наваляет по заднице, да? Ну почему? Я так 30% с него снял. Довольно-таки неплохо. Может... Вот это то, что я хотел, чтобы он сделал. Нифига себе, я его пробиваю. Ну и его тоже сейчас пробьют. Анубиса, метеор или... Как там этого дракончика зовут точно? Или Архангелу хана? Нет еще. Теперь точно хана. Промахнулся. Ха-ха-ха. И даже гнев дракона мы, короче, заполнили. Вообще хорошо бы было, знаете, что вот когда ты вот заполнил гнев дракона во время битвы, его не использовал, чтобы он тебе в инвентарь падал. Это было бы справедливо. Мы 500 тысяч монет за это заработали. Неплохо. Так, а что здесь? Давайте тоже попробуем как бы. Авось нам повезет. Но мне кажется, что нет. Ох, может и повезет. Блин, нифига себе, так вообще как-то поизи что тут пошло. Вот этот один остается такой крепкий дракон. Да, но он очень крепкий, он взял всех, убил. Как ты посмел, подлец? Че он такой крепкий? Он прокачанный был больше. Так, давайте еще раз попробуем. Так. Блин, выжил гаденыш. Сейчас убьет. Блин, почти всех убил. Ах ты ж гад-то такой. Давайте сейчас попробуем. Никого не оглушили, но вам сейчас наваляет. Ах ты ж. Не-не, это совсем не пошло. Хотя, два промаха, и мы победили. В общем-то, будем пытаться, ребятки, в каждой серии здесь пробовать. Рано или поздно нам повезет. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.